Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Mitsubishi Outlander. Повреждений немного. Я так думаю, что ремонт будет легкий. Машину мне привезли уже с замененным бампером и капотом. Итак, мне нужно заменить левое переднее крыло и выставить все зазоры. Ну что, разбираю. Итак, перед машиной разобран, и первым делом я измеряю все диагонали, высоту и тому подобное. После измерений разница диагоналей в 2 сантиметра. Лонжероны ушли влево. Для этого мне нужно сантиметр потянуть вправо. Так как тяну без стенда, то сделал вот такую конструкцию. Этот упор, чтобы подтянуть лонжерон. Этот упор, чтобы не разворачивало машину. Этот упор, чтобы машину не откатывало назад. Тянем. Тяну, измеряю. Так делаю много разных измерений. Все они должны быть идентичны. Когда добьюсь этого результата, тогда можно будет собрать. Последние замеры, все расстояния одинаковые. Теперь займусь регулировкой капота. Тянуть буду за петлю, прикручиваю ремень и оттягиваю на нужное мне расстояние. Там подтянул, здесь подтянул, порегулировал, и теперь все зазоры в норме. Теперь я могу собирать весь передок.
Установил фары, бампер, решетки. Проверил опять зазоры, все в норме. И на этом работа с металлом закончена. Разобрал машину и отдаю ее на покраску. Итак, машина вернулась с покраски. Собираю ее. Ремонт Mitsubishi закончен. Ремонт занял 6 дней. 3 дня работа с металлом, 3 дня покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!